В данном видео вы услышите следующее. Врач сообщил о проблемах со здоровьем у Саакашвили. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Для нас это очень важно. Ну что, приступим. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведенного из тюрьмы в военный госпиталь в Горе, не улучшается. Об этом сообщил журналистам его лечащий врач Николас Кипшидзе. Я бы сказал, что его состояние стабильно неудовлетворительное. Как и в предыдущие дни, у него нейродефицит, сказал Кипшидзе. Он отметил, что экс-президент планировал участвовать в заседании суда, которое назначено на 27 декабря, но решил отказаться из-за плохого самочувствия. Кипшидзе добавил, что считает назначенным Саакашвили курс лечения неадекватным. Он сообщил, что политику необходимо МРТ, но такого оборудования в госпитале нет.